Вот, например, двор дома номер 2 на улице Тимирязева. Не двор, а проезжая часть. Машины под окнами идут одна за одной. Конечно, это не нравится жильцам. А еще то, что их двор некоторые автовладельцы превратили в парковку. А спецтранспорту вечером вообще не проехать. Это касается скорой помощи, это касается всех служб города, пожарной, Саховская. Здесь находится площадка мусорная. В вечернее время невозможно проехать. Обращения граждан бесконечно идут о том, что самовольно захватывают территории, устанавливают парковочные ограничители, ставят машины. Парковочные ограничители, или по-другому их называют лягушки, здесь повсюду. Но в рамках правил благоустройства придомовых территорий их самовольная установка считается нарушением. Поэтому сегодня при помощи сотрудников МЧС был произведен демонтаж. Установят владельцы машин вновь так называемые лягушки, опять срежем, пообещали в районной администрации. А вот на Цветном бульваре санитарно обрезка деревьев. Для деток ветки угрозу, ну их же спиливают. Я гляжу, вот там тоже сломалось, и махом тут же приехали, спилили. Мне нравится. Ветки деревьев в районе 12-го дома на Цветном бульваре нависли над детской площадкой и в любой момент могли обломиться, поэтому сегодня все аварийные были убраны. В этом районе по просьбе жителей власти увеличили количество детских площадок. Сами жильцы теперь заинтересованы в том, чтобы там сохранялся порядок. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.